Всем привет! На сегодня в обзоре компактная трекинговая палка от фирмы Rock Empire, модель под названием Ezer. Ну а теперь немножко поподробнее. Трекинговая палка от фирмы Rock Empire, модель под названием Ezer, изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава 50-56. Хочется сказать, что данная модель имеет очень удобную, самое главное, эргономичную прорезиненную ручку, которая гарантирует максимальное сцепление во время дождя, да и просто влажной погоды. Именно с такой ручкой рука ни в коем случае не выскользнет. Также в данной модели имеется регулируемый темляк и в комплекте богатая комплектация. Это, собственно говоря, сам резиновый наконечник. Это вот острый наконечник. И вот такие вот два кольца диаметром 5 сантиметров для рыхлого грунта. Работает данная модель по системе цангового типа. Получается, берем, отодвигаем, закручиваем и готово. И с нижней части то же самое делаем. Отодвигаем, закручиваем и все готово, можно использовать. Но теперь самое главное. Во время того, как вы открутили, выдвинули секцию на ту длину, которая вам нужна, надо максимально плотно закрутить. Потому что если вы закрутите неплотно, то просто при сцеплении с землей палка возьмет и, собственно говоря, закроется. А безопасность – это превыше всего. И не забывайте, огромный выбор по-настоящему качественных трекинговых палок вы можете найти лишь только на одном сайте. И это mandrivnik.com.ua.